Доброго здоровья, подписчики моего канала, зрители моего канала «Честный обзор». Сегодня мы находимся в Памуккале, на знаменитых травертинах. Вот так вот они выглядят. Сегодня солнышко у нас не светит, красоты прямо переливания нету. Народа очень много, приехали мы из отеля рано утром. Вот, забирали нас в 4 часа утра, проехали мы 400 километров. Сейчас приехали, значит, на травертины, потом будет бассейн Клеопатры. Народа очень много. Вот такие группы туристов. Брали мы экскурсию VIP, то есть у нас в группе 11 человек. Везли нас микроавтобусом небольшим, с комфортом. Проехали очень быстро, хорошо, без посещения всяких шопингов. Заходить сюда только без обуви.